Всем привет! Начинаем новый влог. Я тут пыталась сделать себе такие волны, да, и каждый раз откладывала, откладывала, потому что дождливая погода, но было более-менее нормально. И вот сегодня, как обычно, идет дождь. А, ну сейчас закончился. Я надеюсь, я как-нибудь... Я очень надеюсь, что я сегодня как-нибудь дойду до остановки и вообще до работы. Что у меня хоть что-то останется на голове. Они, конечно, уже подразваливаются. У меня, честно говоря, вообще кудри как-то не держатся. Поэтому особо делать их бессмысленно, но хотелось. Сережки вот эти из набора. Надела сегодня жилетку. Не стала я ее менять, просто потому что лень. Она мне большая, поэтому я ее просто не застегиваю. А вот так сделала. Сегодня я девушка в синем. Вот. Прошла неделя, ровная неделя с того момента, как я залила мыло в дозатор. Сегодня опять четверг. И смотрим. Ой. Мыла нет. Сейчас я буду заливать сюда вот такое вот мыло. Особая серия овсяное молочко. Такое покупали. Мне нравится, что оно более-менее густое. То есть, надеюсь, хватит еще на неделю. Литр ровно на неделю, в общем. Это еще учитывая то, что я не мою руки жидким мылом в целях экономии. Я мою кусковым. Так, все потренировалась, то, что у меня возникло наконец-то желание тренироваться, я очень рада, еще до того, как я уволилась, потому что еще работа продолжается, еще приличненько так поработать мне. Но я решила, как я сказала, более конкретно взяться снова за себя, за свою молодость, за свою красоту, за свою внешность, за свое тело. Именно поэтому, да, я ввела тренировки. Правда, планировала сегодня, ну, то есть я сделала йогу 30 минут, потом потренировалась, сделала тренировку на ноги, которую я делала раньше, очень тяжело она мне далась, потому что ослабли мышцы, давно я этого не делала. И также я планировала сделать тренировку на руки, на плечи, но сегодня, думаю, ладно, не буду, потому что ко мне же еще приедет сестра сегодня вечером, у меня, в общем, много дела, выходной всего один, не успеваю.
А в следующий раз не буду нагружать руки, потому что завтра на работе привезут товары, нужно будет разбирать товар, и, блин, мне будет очень тяжело завтра. Это тоже было причиной, потому которой я не стала сегодня делать тренировку на руки. В общем, сейчас, так как также я решила опять снова взяться за свое питание, потому что как раз на работе вот это вот все питание мое сбилось, стала есть хлеб, булки, вот, мне это очень не нравится. Поэтому снова берусь за свое питание, скачала снова себе калькулятор калорий, вот такой Хики, я им пользуюсь уже много лет. Скачиваю его, мне нравится, может быть, и вы знаете какой-то другой, но мне, которое удобное, мне удобно это приложение. У меня есть также весы мои кухонные старенькие, я их пыталась оттереть, не оттерла, на которых нужно взвешивать, да, пищу. Буду все записывать, буду себя контролировать снова. Хочу стать идеальной. Надеюсь, получится. Да, конечно, получится. Конечно, получится. Вот варю нам геркулес на воде. Не знаю, муж, конечно, еще не в курсе, чем я его сегодня собираюсь покормить. Ну и яички. Вот. Я хочу сюда еще добавить какао. Сейчас найду. Вот, я добавила сюда какао. Правда, планировалось совсем не это какао, а обычное зелененькое без сахара. Но так как его не было, хорошо. Первый раз сделаю так. Ну, конечно, будет сладко. Думаю, будет вкусно. А вот что у меня сегодня получилось на завтрак. Вот эта вот каша геркулесовая с какао, кукуруза, хлеб решила поесть именно утром. Хлеб, конечно же, лучше брать какой-то более полезный, другой, но так как другого нет, взяла так. Овощи сегодня получились, кукуруза. Сосиска, это, конечно же, роскошь, но я решила, ладно, для начала пойдет. Вот так вот у меня получилось. Вот я вам вставляю картинку, что там по раскладу получилось. Ну, вообще, я считаю, что завтрак должен быть самым таким богатым и питательным. Шла, купила. У нас вот сзади овощи, фрукты. Это единственное, что рядышком. Я зашла, купила капусту и кабачок. Потому что сестра приедет хоть что-то приготовить. Ну, я хочу просто пожарить немножко, потушить капусту. И у меня есть фарш, просто какие-нибудь тефтельки сделаю, и все. Сейчас Таня с Машей подъедут. И Ричардом. Таня, Маша и Ричард. Ждем. Кто сейчас приедет? Ричард приедет. Помнишь Ричарда? Конечно, скажи, лучше бы солнечный зайчик нас посетил, да? О, едут. Поехала обратно. Поздоровалась и до свидания. Так, смотрите, что мне привезла Таня. Представляем создателя бренда Кузнецова. Таня Кузнецова. Без мейкапа. Вам как? Кушать хочешь? Вот.
Смотрите, это энзимная пудра, да? Все знают, что такое энзимная пудра. Это средство очищения лица. С ее помощью умываются. Это тщательное и глубокое очищение кожи. Дальше у нас идет... Так, а что в пудре? Да, Таня сейчас расскажет. Тут вообще у нас волшебный состав. Я прочитала, что наизусть, я все не помню. Мука овсяная, мука льняная, глина зеленая, глина желтая, розовая, красная глина. Кровь морала, не пугайтесь, это спантов. Ромашка, чистотел, липа, пудра ананаса. Это очень крутой натуральный состав, его можно даже есть. Угу. Так, этим мы сейчас будем умываться. Дальше у нас идет сыворотка с пептидами. Рассказывай. Тоже она натуральная, там очень много масел всяких, но при этом кожа не жирная. Она легко ложится, увлажняет, надо буквально пару капель нанести на лицо, и будет очень хорошая кожа. Да, тоже текстуру покажем. Мы сейчас на Марине будем экспериментировать. Давай посмотрим твое лицо вблизи. Посмотри твое лицо. Ну, у меня утром была пудра на лице. Сейчас ничего нет. Вот, видите, какая кожа. Оценили? Оценили. Теперь мы наносим пудру. Как ее наносить? Тут немножко у нас неудачная упаковка вышла. Через эту дырочку плохо проходит. Поэтому я дома пользуюсь. Вот так откручиваю. Сейчас мы Ване покажем. Смотрите, лицо мы не умываем. Вот мы как были, снялись. Открываем пудру. Короче, я сейчас примерное количество насыплю. И вот надо немножко. Ну, где-то вот так, покажем ладошки. Короче, немножко. Как я делаю? Открываем кранчик. И второй рукой вот так берешь и вот размазываешь. Чтобы тебе прям чуть-чуть. Да, размазывай больше, на руке размазывай, чтобы там сетка была краше. Вот. Нормально. Теперь вот это все втираем в лицо. 30 секунд примерно. Да, такая кажется. Мы ее в лицо втираем. Хорошенечко. Прям размазывай, размазывай. Она идет как и скраб, когда она более-менее сухая, она как скраб еще идет. Надо еще. Берешь куда-нибудь борщини. Вот, да. Видишь, да, я тебя поближе к сниму. Система работает. Вот как это выглядит примерно на коже. Нет, оробимся, снимать. Все хорошенько нанесли, образ глаз исключаем. Переносчик забыл помазать. Потому что где-то забыла помазать, там потом будет видно разница. Да. Все серьезно. Господи, Ричард! Все, оставляем вот так руки от палатки, оставляем на 10 минут. Это для большего эффекта. Если мы хотим просто умыться, тоже будет классно. Все как масло. Прошло 5 минут, потому что мы 10 не стали выдерживать, потому что 10 минут там сильно. В зависимости от кожи, скорее всего, да? Да, если кожа жирная и совсем прям там поры такие, то можно 10 не поставить. Умываемся. После того, как умылись, надо обязательно на 5 минут оставить, чтобы кожа вся просохла. Не вытираться, что ли? Нет, вытереться и не втирать крема 5 минут, чтобы все поры затянулись, чтобы все прям... И то не нанести? Нет, 5 минут мы ждем, ничего не наносим, просто умылись. Волос. Умылись, вытерлись и 5 минут ждем. Или пользуешься полотенчиком? О, уже, смотри за лицо, смотри, какой, смотри, сияющий, нет, встань сам под лампу. Нет, ты сама себя сними сейчас, под лампу как светится, какие поры чистые, видишь? Зацени, видишь, у тебя, вот ты снимаешь, отполировано. Смотри, как отполирована кожа, нос чистый, видишь, как красиво. Красота. Это что, механическое называется? Почему? Не механическое? Мотор сдает. Мотор. Дорогая? 100 тысяч. 100 тысяч?
Смотри, какие вещи дорогие нужны. Ты же зарабатываешь. Вот смотри, дальше. Скоро стянулись. Да ты на, иди на окно. Она же у нас давно, ты что, не видела? Мы не такие богатые. А, то наоборот не видно, да, на окне? Нет, ну почему? Ну так же я же при этом. Нет, я в зеркале вижу, что скоро стянулись. Я еще ничего на лицо не наносила. Давай пойдем туда. Вот где видно, вот, вот, подожди, вот падает цвет. Режиссер у меня. Режиссер. Короче, вот, вот, наверное, дальше. Давай сюда встанем. Ну, все, толстая. А лучше всего туда иди, под лампой будет видно все. Как кожа отполировалась. Да, вот, вот, здесь прекрасно видно. У меня тут дома хорошее освещение. Видишь, как лоб. Угу. Это поры твои, которые очистились и стянулись. Видишь? Как будто, ну, мы еще ничем не мазали. Все, вы не снимаете? Сейчас берем сыворотку волшебную. Какая же? Да. Бери волшебную сыворотку. Где она? И мажемся. Ставить будешь? А, да, она стоит. Мне нравится ее текстура, что она такая да. Прям очень плотненькая. Смотрите. Плотненькая, вкусно пахнет. И тоже все natural. Смотрите, никакой, здесь нет. В составе что-то алтайское. Там. А, панты морала. Сейчас я вам скажу, что у нас в составе. Вообще, это очень мощный пептидный комплекс, который оказывает хороший лифтинговый эффект. Так, значит, в составе у нас... Масло кунжутовое, масло рапсовое, глицерин, экстракт пантов морава, витамин Е, экстракт облепихи, экстракт розмарина, экстракт проса, эфирное масло сандала, эфирное масло розы и витамин С. Ну, всё, очень хорошо пахнет. Смущает. Пахнет травами Алтая. Вкусно. Нет, знаете... Очень чувствительный какой-то эффект такой. Увлажнение, во-первых. Во-вторых, кожа очень мягкая. И потом она не липкая, что важно. Да, но сначала чуть-чуть липкая. Но мне наоборот, но я люблю. Сейчас она впитается. Но если честно, ой, она уже она впитывается уже. Кожа очень мягкая. В общем, по первым впечатлениям все очень приятно, очень комфортно и красиво. А вообще мои клиенты пишут, что... После первого применения они видят, как морщинки вокруг глаз подтягиваются. Да? А я под глаза не намазала сейчас ну, еще раз. Подожди, я еще под глаза. Что у нас есть вот такая штучка? Об этом мы сейчас расскажем. Эй, где купил? Машу купил. Маша! Я такую искал. На Wildberries. На Wildberries. Wildberries это супер сайт, там можно найти все, что хочешь. Не, я искал на лавку, но такую не нашел. Ну, так спроси Марии Сергеевны. Алло, Маша! А, вы уехали, да? Все, будем ждать. Морщинки разгладятся. Вообще голос разгладится. За счет того, что поднатягивает кожу, потом ты, конечно, вечером смоешь, допустим, опять твои морщинки вернутся с первого раза. Это надо лифтинг эффект, что ли? Ну, дальше. Да. Ну, ну, месяц надо пользоваться, ага. Чтобы кожа напиталась. В общем, попробуем. Да, еще я выпустила 3 БАДа. Все они на основе пантов морала. Называется стройность. Чистая кожа есть и иммунитет, и сосуды здоровья. Это я Марине перевезла стройность. Это панты морала и красная щетка. Это растение, которое растет в горах Алтая, очень редкое. И оно действует на женские гормоны. Фитоэстрогены содержит. Ну, то есть нормализуется женский гормональный фон. За счет этого организм правильно перерабатывает все. И ты не толстеешь, короче. Обменный процесс налаживается. Про силу расскажи, что у тебя сила. А, ну да. За счет того, что там панты морала, я раньше ходила. Вот такая у меня сила. У меня все время уставшая. Я же тестирую сначала, перед тем, как что-то выпустить. Месяц я пропила, и вот уже месяц прошел после того, как я пропила, я до сих пор пью, надо 3 месяца курс. Я, вот мы сейчас поели, объелись, что-то мы наелись всего, и обычно после еды вот прям ходишь никакая,
А сейчас у меня полно сил, я вообще бодренькая, видите, какая веселая. Да, сейчас гулять пойду. Сейчас буду на Марине тестить. Ну, месяц будешь пить, да, потом расскажешь. Угу. Дай мне одну. Все, две надо. Муж уже забрать хочет, представляете? Давай, ну ладно уж. Раз он меня с работы возит, то я его угощу. Тебе надо это. О, кстати, заодно посмотрим, как они выглядят. Смотрите. А, ну тут прям вот красновато-коричневым капсулатиком. Ну они такие есть, на самом деле, с банками. Максимально три капсулы в день, хоть когда. Я пью утром, встала, закинулась. Все, сейчас Игорю дадим. Дай мне сладкое. Сладкое? Арбузик. О, дай мне. А зачем? Не знаю. Не, ну хочу ты да вот это дай мне, говорю, блин. Жуешь, что ли? Так, это Ричард. Мы сейчас идем гулять. Я вам еще хочу показать бижутерию, которую мне Таня подарила. Смотрите, какие симпатичные сережки. У нее прям очень много классной, красивой бижутерии. Вот. Красивый, кстати, черный. Вы же знаете, что я сейчас ношу черный. Ричард. Ричард в шоке, что тут столько кошек. Смотрите. Давай просто вдвоем кружкой посидим. И они не дружат. Ой. А Гриша хороший. Гуляем. Я думала, Артем бежит. Ой, сейчас Нюша будет кидаться. Да, она бешеная. Она, видишь, чуть-чуть стесняется. А ты что не бегаешь? Я работаю. Что, говорит, ты не бегаешь? Боже, мне хоть бы до дома доползти. Я просто почему еще решила уволиться? Потому что я смотрю на себя видео, у меня такая уставшая морда, господи. Как будто бы я неделю не спала. Пойдем вон туда. Ну, отеки, ладно, нет, не отекшая, уставшая, просто уставшая, мешки. Ну и, соответственно, да, все вниз тянется. Это совсем не... Ну, тут-то так хорошо гулять. Да. Мужики, ни магазинов, ничего нет. Будут. Давай, давай, снимаем. Маша, режиссер. Прикольно, Рик, а нет этого? Есть. Это я первый раз в жизни катаюсь. Первый раз. И получается? Да, я думала, сложно. Прикольно. Нормик, нормик. Оп, может быть, надо на том же снимать. Ну да. Сейчас следующее утро, я собираюсь на работу. Сейчас пойду позавтракаю. Сегодня решила позавтракать. Все-таки я более тщательно опять занялась своим питанием. Сделала себе такую же кашу, как я делала вчера мужу. Это вообще она не понравилась. Он сегодня не захотел есть такую. Гриша, что? Вот. Сережки Танины я вот сюда переодела. Подальше. И вот это те из тоже нового набора. Так, я буду пользоваться, конечно, вот этой косметикой, которую мне привезла сестра. Очень приятные первые впечатления были. Но все будет, конечно, узнаваться, да, постепенно, потому что первые впечатления тоже бывают обманчивые, и я вам потом более конкретно расскажу. Я вам ссылки на эти продукты оставлю, они продаются на Wildberries. Ссылки будут под видео. Там есть как раз на Wildberries сыворотка и пудра энзимная. Единственное, что я буду пользоваться этими продуктами не так, как Таня, да, говорила, а по-своему, потому что я знаю свою кожу, знаю, что для нее лучше. То есть вот энзимную пудру эту я не буду, которая, кстати, похожа на Оптан, да, мне показалось, что все-таки по составу что-то среднее между
оптаном и энзимной пудрой, на мой взгляд. Ну, называется энзимная пудра, хорошо. Вот, то есть я ее оставлять после умывания не буду на лице, я ее буду сразу смывать. Но, кстати, лоб отполированный у меня до сих пор. Вот и утром встала, у меня до сих пор кожа такая прям заполированная, блестящая, сияющая. Ну, хорошая, красивая кожа. Но тоже все постепенно буду смотреть, какие дальше эффекты будут на мне. Вот, то есть буду ее сразу смывать. Пользоваться ей буду только вечером, не знаю, каждый день или не каждый, я еще не решила, потому что там глина в составе есть, а глина мне кожу подсушивает. Но поры, да, были стянуты. И, кстати, сразу после умывания я буду наносить тоник и кремы, потому что моей коже нужно именно так. Сыворотка, естественно, тоже буду пользоваться. А, что-то хотела сказать. А, что я все-таки снова начала наносить крем на лицо обычным способом, да, это к теме, что я буду все делать по-своему, да. Я имею в виду, что я вам рассказывала, что я наношу крем сейчас ватным диском. Делая так примерно дней 10, моя кожа начала протестовать, потому что моя кожа любит крем, моя кожа любит прям весомый слой, чтобы я чувствовала, ну, конечно, не жирный блин, который лежит на моем лице, но моей коже нужно много крема, в этом моя особенность. И вот даже сыворотку Таня говорит, как она вчера говорила, что типа нанеси и все, и ложись спать, и легкость лица. Я не люблю ощущение легкости лица. Я наоборот люблю ощущение, что на моем лице что-то нет. Это нормально, это индивидуально. Каждому человеку свое. Я знаю много людей, которые наносят, например, только либо сыворотку, только крем, и им хватает. Если они и то, и другое наносят, им уже тяжело. Мне нет. То есть это все индивидуально. Гриша поймал муху. Вот. В общем, позже вам все расскажу. Сейчас я опять отправляюсь на работу. Я уже очень хочу туда идти. Я сегодня как раз буду писать заявление об увольнении, потому что я же планировала работать до 25 числа, и как раз сегодня у нас 10 число. Вы, конечно, смотрите это позже, но сегодня 10. И 2 недели мне останется доработать. Все, у меня в моей жизни уже запущены процессы. У меня уже запущены процессы моей новой жизни. И вот эта сегодняшняя работа, она мне уже очень мешает. Я, честно говоря, даже прям жалею, что я потеряла лето, что я его не прожила. И сейчас тоже, наверное, уже такие последние осенние, сентябрьские, такие солнечные деньки бабьего лета, я их тоже, к сожалению, теряю, они выпадают из моей жизни. У меня много сейчас тоже, опять же, дел, которые я не успела. Я вам позже расскажу, что там у меня. У меня уже происходят события интересные, которые связаны, да, с моей дальнейшей жизнью. Расскажу, наверное, в следующем влоге. В общем, мешает мне сейчас, реально эта работа мешает. Но я себя настраиваю 2 недели, и все. И я свободна. Встретимся с вами в следующем блоге. Всем пока.